Всем привет, ребят! Сегодня мы на аккаунте Игоря, моего подписчика. Аккаунт бездонатный, 281 тысяча силы. То есть старенький аккаунт, в принципе, доходит до трехсоточки. С чем его поздравляю. Но не факт, что он будет бездонатным с моим участием. Так, сегодня у нас, как обычно, акция «Коллекционер». Для всех роллингов она одна из топовых, потому что здесь дают неплохие плюшки. Сегодня это воодушевление. Так, он находится в гильдии Небесная Сотня. Битва гильдии 3, атака фортов 3, босс 3 в 20.00, босс 5 в 21.00, форты 20.00. Проходите БГ. Участники, видите, гильдия активная, да, довольно-таки неплохая. Смотрю, по силе от 200. 200-250. Кидайте заявочки. Вступайте. Так. Смотрим на аккаунт. Чего он добился без доната? В принципе, сила не маленькая. Аджей волну он так и не зафармил. По подземкам. Начал фармить семерки. Застрял на 7. 7-5. Отличненько. Поехали, алтарь смотрим. Друид. Супер. Тыква. Супер. Ну, не совсем супер, но для бездоната огонь. Ну, смотрите, какие талантики. Да, неплохо, неплохо. Череп отличный. Да, видно, что с самого начала где-то играет, потому что талантов немало, немало. Хороших, смотрите, сколько всего. Это без доната причем. Да, везучий еще, можно сказать так. Аккаунт. Дракон есть. Ремок, конечно же, не хватает. Так, понятно все. Смотрим. Что по героям? По героям Афинка есть, Фрейка, как обычно, нету Бигфут. Ну, герои в основном последние, Повелителя Бури я не вижу. Седны тоже вроде нету. Ну так вообще для бездоната. Просто огонь. Так, отлично. А седна даже есть. Вот она, с 11. Что у него по ресурсам делается? Да и по ресурсам у него неплохо. Ну-ка, интересно, пятая ремка рунами есть или нет? По идее, уже должна быть. Если нету, то это, конечно, печально. Четвертая. А, вот еще одна. Четвертая. Пятая. Да, аккаунт, конечно. Не молоденький. Ради интереса сейчас посмотрим. 213. Да. Намного явно раньше, чем мой создан. Так, отлично. Ну что, поехали. Нам надо 15 слизней выбить. Идем на склад. Давайте еще на складе пороемся. Так, забираем самики. Что тут у него есть интересного? Сундучки. Так, один сундук есть. Ну, героев так вроде неплохо. Еще стрелок, ворожай. Ну, дальше пошли руны. Вот единственное, чего я здесь не вижу еще недостающего, это Анубис. Ануб Фрея. Два такие героя, которых у него нету. Но все равно неплохо проходит. Поехали. Рино Ниндзя. Вот так вот. Сразу начало такое. Херась. На тебе. Остановись, говорят они мне. Рыцарь.
Ну, конечно, они у него уже есть, суккуб. Тут ему надо определенные герои. Ну и, конечно же, воодушевление. Так, Ара. Снова Зила. Я не знаю, этот по 150. Королева Гарпий. Кубчик. Так, Медуза. Пора в рейды сходить. Да, хороший аккаунт. Как для бездоната. Такие герои. Просто огонь. Ну вот Фрея. Фрея зарешала сразу же. Поехали. Дед Мороз. Борода из ваты. Ты подарки нам принес. Укротитель душек. Пора идти в рейд. Неплохо, неплохо. Учитывая это, наверное, он долго играет и упорно не пропускает, если он имеет такие ресурсы. Медуза. Мы наближаемся к ходу конем рыцарь. И ни хрена. Ну-ка смотрим, что у нас получилось. Ну вообще с этим героем ни хрена, ну 11 с 15. Так, ну-ка, Арктики у него дракон есть, а Арктики, кстати, у него нету. Ах, люблю я делать ход конем. Тем более такая гильдия, грех не сделать подарок. Так, на админ панельку мы активировали, давайте проверим сундучок. Слизни уже, в принципе, неплохо. Поехали дальше трешивать. Да, одержимый. Не знаю, кто там упал. Вряд ли какая-то имба. Не увидел я. Ну, ни хрена в итоге мы толкового не получили. Ну, думаю, сейчас ход конем у нас удался. Сейчас проверим это все. Поехали дальше. Прощай, прощай, бездонатность. Так, сразу два. Князь Теква. Паладин. Стрелок. Ну, вроде казалось бы круто, профессор Рибет. Фух, ни хрена себе понеслась. Так. Ну вот, блядь, вот эти читы, как работают ребята. Вот очередная Фрея, не знаю, какая уже это по счету. Это просто огонь. Жесть. Ну, с вас лайк. Поехали дальше. Ну чё, сука, ты не дашь мне слизня, что ли? Вот все. Я-то думал, приняли уже вообще.
Бля, 14-15, все-таки не дали нам одного. Так, окей, сейчас добьем. Ну. Это просто жесть. Вот так вот, ребята, еще Бигфута получили. Ниндзя-ара. Все, мы это добили. Фух, ну что, поздравляю. Поздравляю, поздравляю, поздравляю. Начало Огнекрыла даже неплохое есть. Исцеление, я думаю, ты уже сам подумаешь, кому поставить. Самое основное у тебя уже наконец-то есть Фрея. Мы сейчас еще дальше заберем все и посмотрим акции. Двадцать попыток. Да, жесть, короче, на Фрей везет. Кому нужна Фрея, Анубис, обращайтесь. Так, я, конечно, шучу, я и так не успеваю. Не досыпаю. Ничего себе, огнекрыло, осколки падают отсюда. Огонь. 5 осколков огнекрыло. Это просто жесть. Еще 5. Фига себе. Сколько было, а сколько? 10 осколков, плюс там 20-30. Это жесть. Это просто... Просто супер. Ну, идем, пооткрываем плюшки теперь. Думаю, он Фрей уже вкачает. И будет радоваться ей, потому что у него ресурсы позволяют. Что? Еще самоцветы. Так, она походу так и не открылась. А, максимум героя, я думаю, что за фигня? 92, 92. Так, а что у нас сюда упало? Или у него... А, вот Лесняк вижу один. Еще какая-то хрень по-любому упала. Да, и этот сразу с пятым упал. С пятой каменкой, охренеть. Так, а Рибит у него есть? Не, Рибита у него тоже, кстати, я не вижу. Бигфут есть. Ух, я уже запутался в этих героях. Уже глаза разбегаются с этими роллингами. Ну ладно. Поехали. Еще сольем сюда вот этого. Чудика. Так, окей. Поехали, откроем. Ну, двух недостающих. Ну, просто жесть. Вот она, Фрея на его аккаунте.
Еще психощит, просто супер. Хоть и третья, но все равно. И рибит. Так, есть. Есть. Это мы сделали. Берс. Берс. Поменять. Ну, такое. Можно и коробку использовать. Ремка 5-5. Тоже своего рода удача. Так, Купидон, ремка. Ну, дерево. Я даже не знаю, у него ремка рунами. Есть валька с ремкой. Ремка. Ведьме нафиг не надо. Хранитель. Вариант Афина. Или Седны даже может поставить. Ну, сам уже определится. Ремка, в принципе, такой талантик. Я бы вот Лео, например, поставил. Начал ее прокачивать. Либо Атланту даже тому же сам. Ну, пусть сам решит. Я не знаю, кем он там БГ проходит. Не хочу, в принципе, такой талант. Да я у себя могу так трешивать. Тут у него вариантов много. Тем более аккаунт был бездонатный. Но уже все закончилось. Фух. Ну, мы свою миссию, в принципе, исполнили. Достойно. Очередная Фрея. Очередная жесть. Все. Пусть теперь мучается дальше. Огнекрыло еще 10 осколков и воодушевление для тыковки, потому что ей, конечно, хорошо берс, но уже пусть поменяет. Либо захочет, может Афине поставить, тоже как вариант. Афина у него без воодушевления, ну, без таланта вообще тоже сюда неплохо зайдет. Чё, дорыливаем. 450 медуза, фараон бульдозер. Ну, неплохо. И бигфут, блядь. Это просто пиздец. И инженер в конце. Ну, вот так вот. Все, поздравляю. Подписывайтесь, лайки обязательно, репостики. Всем пока.